Vāgīśa-jasya-vadane Lakṣmīr-jasya-ca-vakṣasī Jasya-sthide-sambhīt Vam-niṣiṅga-maham-bhaje Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Tamadi Devam Purusho Puranam Tamal Varnam Suhitabhataram Apar Sangsar Samundra Setum Bhajamahe Bhagavato Sarupam Yam Ravayandamana Petamapeta Gritram Daipayana Virahaka Tarvajuhava Putreti Tanmaya Tayataravo Vinedum Pangsarva Bhuta Hidayam Munimana Tasmi Hare Кришна, 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 Hare 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 Рама, Hare Рама, Рама Рама, Hare Ясмад прия прия вьога саньога жанмо сокагнина саклажани судаджаман дукхоу садам тадапи дукшам атадхияхам брамона бхамами бадаме тавадаса йогам Ясмад прия прия вьога саньога жанамо сокагнина саклажани судаджамана дукхоу садам тадапи дукшам атадхия ахам брамона брамами бадаме тавадаса йогам Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told that if whole world is going to be inundated, if whole world going to burn up, what loss you are going to get if Chaitanya Charitamrita is there? Прабхупад Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что если читание Читамрита или Шримад Бхагаватам Махапурана она будет с нами, если весь мир он будет затоплен, то мы ничего не потеряем, если читание Бхагавата и читание Читамрита они будут защищены, то весь мир будет защищен, ничего не будет потеряно. На самом деле, те, кто обусловленные души, у них есть разные отношения с разными людьми. И вот люди, они имеют отношения с разными людьми, которые в итоге приносят одни проблемы. И вот в Шримад Бхагаватам говорится, Капила Дев, он сказал, говорил своей матери Девахути, и вот Капила говорит, когда обычные люди, они устанавливают какие-то временные отношения с другими людьми, то это мешает им продвигаться по духовному пути, поскольку
эти отношения с материей и материалистическими людьми, это подобно оковам. А если мы имеем такие отношения с преданными, то в этом случае никаких проблем не будет. Духовный путь, он будет открыт для нас. И вот эта шлока, с которой начал Махараджана из Шримад Бхагаватам Махапураны, седьмой песни Бхагаватам, Прахлад Махарадж, он говорит, произносит такие слова перед Нрисимхадевом: «О Господь, есть много различных разных проблем в жизни людей. Иногда отец умирает, иногда мать, иногда еще кто-то, муж или жена, например, или дети. И таким образом они всегда получают какие-то проблемы, какие-то несчастья в своей жизни. Это, естественно, случается, поскольку они устанавливают свои отношения с какими-то невечными людьми, невечными приходящими явлениями этого мира, и поэтому при разлуке с ними они страдают и не могут просто взять и выйти из этого круга страданий. И вот Шрила Прахлад Махарадж, он говорит, и вот такие люди, они страдают. И вот они страдают из-за различных вещей, которые происходят. Но суть в том, что в чем проблема? Если мы хотим найти какое-то решение, что это и есть то решение, но это решение, оно тоже полно проблем. И вот у нас нету никакой стабильности в этой материальной жизни, и всегда какие-то проблемы случаются. Прахлад Махарадж говорит так. Можно вспомнить, Махарадж цитировал шлоку, сказанное Прабодханандой Сарасвати. Когда Шри Чайтанья Махапрабху, он явился в этом мире, то тогда мы увидели, он принес с собой поток премы, которая затопила все. Но если эта према, она не затронет кого-то, то тогда это его неудача. И вот когда Шри Чайтанья Махапрабху явился здесь, то вся наша Гурварга, они
И вот говорится, что даже собака, которая она может получить аромат с лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, что говорить о людях. Все даже, как подобно тому, как пчелы, которые летают вокруг лотосов, и также эти гурварга, которые олицетворяются пчелами, они тоже кружат вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Если у нас будет возможность принять прибежище у таких великих преданных, и наша гурварга, она дарует нам все, но мы глупы и не можем оценить всего величия этой милости. В Нити Шастрах говорится, то, что вода, река, например, она не пьет своей собственной воды. И деревья, они тоже не едят своих собственных плодов. Clouds going to shower, begin rain, but still they are not going to demand any crops. Как облака, которые тучи, которые поливают поля, они не ожидают получить никакого урожая с этих полей. Парупукараю сатан вибхути, сатан одо саду. И все саду Гуру Вайшнавы, они обретают свою силу не для себя, а для того, чтобы раздать ее всем. Они раздают эту милость всем, кто заинтересован принять эту милость. И поэтому Прохлад Махарадж много раз в Бхагаватам Махапуране он говорит, что they are not going to forest in a solitary place to do their solitary bhajans. Because if they are going to такие саду, они не идут в какое-то уединенное место, чтобы совершать свой уединенный баджан, поскольку они видят, в каком плачевном состоянии находится все общество, и поэтому они заботятся об этом материальном обществе, но также много проблем случается в этом обществе. И сегодня мы заканчиваем этот раздел Шримад Бхагаватам. И вот смотрите. Today we are going to draw some final conclusion about this Bastaran Lila. И вот сегодня мы сделаем заключение об этой Бастахаран Лиле. Я вчера уже говорил о том, что после того, как Кришна отдал одежду этим Нанда Гопакумаре, они не пошли назад домой. Причина в том, что они ждали окончательного решения Кришны, поскольку с какой решимостью они начали свой обет в этом. Главное, Кришна знает все. Они начали свой врату, свой обет с такой решимостью обрести лотосные стопы Кришны, чтобы обрести Кришну как своего мужа в своей жизни.
И вот, когда Бхагаван Шри Кришна, он сказал, что я знаю, с каким желанием вы начали свой баджан. И Кришна даже, он сказал, что для обычных людей невозможно знать, с какой решимостью, с каким желанием они начали свой обет. Кришна, он Верховный Господь, и он знает все, но все же он говорит так. И вот Кришна, он говорит, я знаю ваше желание, с которым вы начали этот обет. И они спросили, откуда ты знаешь? Мы поклонялись Катайни Деви, но Кришна говорит так, все же. И вот гопи подумали, что они слышали, что Кришна, один муни сказал, что Кришна подобен Нараяне, и поэтому он, наверное, знает то, чего мы хотели. Эта шлока очень важна, чтобы понять сердца тех в Раджа-гопи. Иначе обычные люди могут думать, что у них есть какое-то вожделение в их сердцах. Они могут думать, что у гопи есть вожделение в их сердце, но если они поймут эту шлоку, то они почувствуют, что то чувство в сердце гопи — это не кама. И Бхагаван Шри Кришна, он говорит, если кто-то развивает любовь к Кришне, то это не опасно. Это совершенно не опасно, поскольку в материальном мире, если у нас есть какое-то желание, мы хотим жениться, например, на какой-то женщине, вести свою семейную жизнь. И в этом случае мы постепенно движемся к нашей цели, пытаемся достичь нашей цели, чтобы исполнить свое желание. И вот когда-то мы его достигнем, выйдем, женимся на этой женщине, будем вести свою семейную жизнь, но через какое-то время какая-то новая проблема может возникнуть. Например, мы женились, а потом через какое-то время например, Махарадж приводит, что может родиться какой-то больной ребенок, случается так, и в этом случае родители, они несчастны от этого, но ребенка отказаться не могут. Но Махарадж видел, что иногда случается так. But that, you know, boy is a paralytic, never can be rectified, whole life they are taking care of that boy. The boy is only 26, 27 or almost 30. The mother and father crying in front of me, Maharaj, we are actually growing age, how to take care of that? И вот у Махараджа какие-то знакомые были, у них родился ребенок, они спрашивали, что делать, они уже, ребенку уже лет 30,
они уже ну, вскоре уже пожилые и спрашивали, что делать. А потом Махарадж их видел, и через какое-то время эта проблема как-то решилась. Я вот не расслышал, как точно. В общем, решилось. И вот у нас не должно быть никакого вожделения в наших сердцах. Но если у нас есть любовь к Кришне, если у нас есть какие-то желания, направленные на Кришну, то связанные с Кришной, то в этом случае нет никаких проблем. И мы получаем зеленый свет на нашем духовном пути. И и вот Кришна говорит, что если кто-то развивает любовь ко мне, то это может быть похоже на каму, но это не кама, поскольку Кришна — он источник всего. И вот Махарадж приводил пример, что если семена поджарить, то нельзя надеяться, что эти семена в дальнейшем прорастут. Это невозможно, поскольку это возможность роста этих семян, она ушла. И также Кришна приводит пример, когда кто-то развивает любовь и привязанность ко мне, то в этом случае никаких проблем нету, поскольку как у этих прожаренных семян нет возможности взойти, так и если у нас есть любовь к Кришне, то в нашей жизни никаких проблем не будет. Конечно, на пути Кришна Баджана могут какие-то препятствия, поскольку мы не сиддхамахатмы, не совершенные личности. Те, кто садхана сиддхи, они тоже сиддхи. Те, кто нитья сиддхи, они тоже сиддхи. И когда какой-то саду, великий саду, как наш Гурудев или еще кто-то, он обретает совершенство и становится садан-ситха, например, то в этом случае разницы между садан-ситха и нитья-ситха нельзя проводить, то есть нельзя их различать, но имеется в виду кого-то принижать из них, тех, кто достиг совершенства, и тех, кто уже был лично совершенным. И вот садхана-ситхи и нити-ситхи, они не встречаются ни с какими проблемами. И также в Лаку Бхагаватамрите, я думаю, там описано, что иногда случается так, что те великие сиддхамахатмы, они тоже хотят явиться в этом мире и показать свой путь баджана. Они, с одной стороны, уже совершенны, но они хотят дать пример другим. Вот в Аршане какой-то саду был, он достиг совершенства уже. В этой жизни оставил свое тело, но все же через несколько лет, много лет какой-то другой саду видел, что он все же совершает свой баджан в своем баджан-кутире. Это их же желание. Они могут являть такие лилы. Это случается иногда, что какой-то сиддхамахатман достиг совершенства, но или уже пришел, будучи совершенным, и, но все равно они совершают баджан, чтобы дать нам пример. И вот таким образом они совершают свой баджан. И сейчас, если у нас
будет, если у нас будет какая-то привязанность, поскольку мы не сиддхи, у нас нет совершенства, если мы совершаем баджан, повторяем харинам, слушаем харикатху, то в один из дней мы можем исцелиться. Но сейчас мы не полностью исцелены, и в этом случае, например, вчера я говорил уже, и Кришна, почему он говорит в этой шлоке, что те, кто предались ему, но если они по вот эта шлока Апича Судрачару, если они по старым инерции совершают все равно какие-то плохие действия, то все равно они саду. И как можно сказать, если кто-то вот жил какой-то такой нечистой жизнью, и как можно говорить, что он саду, если он предался Кришне? Но Бхагаван Шри Кришна говорит, что сейчас, если его сердце, его ум, оно очистилось, он следует всем правилам и предписаниям, мы не должны находить никаких ошибок в нем, никаких недостатков, смотря на его прошлую жизнь. Как в случае с Джагай Мадхаем, Махапрабху сказал, что они очистились. Если кто-то будет вспоминать их прошлые грехи, то это плохо. То есть сейчас они, может, раньше они были грешниками, но сейчас они буквально заново родились, и у нас нет права говорить так про них. Но это отдельный случай с Джагай Мадхаем, но те, кто совершают Кришна Бхаджан, и все же до сих пор они оставили свою нечистую жизнь, и по милости Гуру Вайшнавов они совершают баджан, совершают харинам, санкиртан, и все же иногда они могут совершать какие-то ошибки, не всегда, и иногда они теряют свое положение и ну, иногда, в общем, какие-то ошибки совершают. И, конечно, есть люди, которые, прикрываясь этой шлокой, они совершают какие-то грехи, но это совсем совершенно другое, это плохо. Как, например, если кто-то принял саньясу, ездит проповедовать, кто-то приводит временевать саньясу, потом ездит на запад, там от него рождаются дети, от нескольких женщин, то это глупо и смешно. Такие люди не понимают значения саньясы. Саньяса значит, что до тех пор, пока мы не развили огромную любовь к Шри Кришне. И Шри Чайтанья Махапрабху что сказал? Служение Мукунде. Это спасение от самсары. И вот такие люди, которые развили огромную любовь к Шри Кришне, которые хотят служить Кришне уникальным образом, то Шрила Прабхупад говорит, если кто-то потеряет такую привязанность к Кришне,
и потеряют любовь к Шри Кришне, то их внешняя саньяса или брамачарья, она бесполезна. Единственное, просто переодевшись в одежду саньяси или брамачарьи, мы не можем определить свою сварупу. Вот Махарадж знает много саду, которые не носят шафран или одежду саньяси, но они совершают баджаны, и Кришна является им, чтобы благословить их. Я много раз уже говорил, что такое саньяса. Саньяса значит развить огромную любовь к лотосным стопам Шри Кришны. И это секрет саньясы. И таким образом, если посмотреть на жизнь Вишнуприи Деви, то будет ясно, что она лучшая из саньяси, или Радхарани, она тоже лучшая из саньяси, но далеко не все понимают эту сиданту и не могут понять, что я хочу сказать. И вот, если кто-то совершает снова и снова ошибки, то для них Вишвана Чакрапатипат, он не может ничего сказать. Вишванат Чакравадхипат или Бхактивинод Такур, они не говорят так, что если кто-то принял саньясу, совершает какой-то баджан, но какие-то эти греховные действия снова и снова совершают. Имеется в виду то, что те, кто совершает грехи, прикрываясь этой шлокой, то это плохо, очень плохо. Это шлока не значит этого. They can never be excused by Krishna. They can never be excused by Krishna because they are repeatedly doing this thing. Actually, this shloka is applicable for those. И вот эта шлока, она применима к тем, кто всем своим сердцем приняли прибежище в лотосных стоп Шри Кришны через гуру и вайшнавов, но из-за их самскар, из-за их кармы. Some smell of sanskar is there. Some smell of that bad sanskar there somehow. Они так или иначе не. But it is not their mood. They are not willingly doing it. То есть они, если они по инерции совершают какие-то плохие действия, то, но они не хотят их совершать, но как-то случается по инерции, из-за влияния майи, они вынуждены делать это, но они сразу обнаруживают, что я сделал, я не должен делать этого, и это умонастроение преданного, вот в эта шлока как раз для таких преданных. Можно вспомнить Арджуна, он хотел спросить Кришну, что он спрашивал. That anichan nopi barsinyo baladi bo nihojitaha. Atha kena prayuktayam prapancharati purusha. He Krishna. О, Кришна, хотя иногда случается, что кто-то невинен и не хочет совершать никаких грехов, они хорошие люди, но иногда случается, что они совершают какие-то ошибки. И Кришна, Арджуна спрашивает у Кришны этот вопрос, вот эта шлока. Sometimes it is seen
Иногда видно, что кто-то не хочет совершать никаких грехов, но совершает, как будто какая-то неведомая сила давит на них, и они вынуждены делать это. И что это? Как это возможно? Кем? Кто их обманывает? И вот Баладева Дебушин и Вишванат Чакравати Пад и Шридас Госвами Пад, что они говорят? Они не поддерживают это. Они не поддерживают тех, кто, прикрываясь этой шлокой, совершают какие-то грехи и при этом ожидают почтения от других, нет. И такие люди, которые пользуются, прикрываются Кришна Бхаджаном и этим, этой шлокой и говорят, что они саду, то это плохо. И вот эти комментаторы, они говорят, что когда наше сердце очистилось, наша цель, она утверждена, и иногда из-за каких-то проблем на пути мы не можем достичь этой цели. И вот когда такие люди, они уверены, что Кришна Бхаджан, он принесет наивысший успех, наибольшее благо в нашу жизнь. Но все же из-за вот каких-то таких мелких проблем они могут совершить какую-то ошибку или оскорбление или грех, то в этом случае у них будет возможность исправиться, и для них говорится эта шлока. Как я Махарадж уже приводил пример с инерцией вентилятора, если его выключить, то несмотря на то, что напряжения уже нету, но вентилятор из-за инерции он вращается. И вот он вращается какое-то время и в итоге становится. И также в нашей жизни, если мы совершим какую-то ошибку, но наша цель, она... Мы стремимся все же к нашей цели, и из-за недостатка нашей духовной силы мы можем совершить какую-то ошибку, то в этом случае вот эта шлока, она применима к нам. Jasasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaguna istatra shama sateshura haro abhaktasyo kuto mahadguna manorathena sato dhavato vahi Jasasti bhaktir bhagavati akinchana Jasasti bhaktir bhagavati akinchana Sarva-guna-istatro shama-sati-suraha Haru-abhakta-sakuto-mahad-gunaha Manorathena-asato-dhavato-vahi You should clearly understand this why. Jasasya-bhakti-bhagavati-akinchana Those who are growing akinchana-bhakti И вот те, кто развили акинчана-бхакти, что это значит?
Акинчана Бхакти значит, когда мы думаем, что Кришна – это наше единственное сокровище. Кришна – это единственное сокровище, нет ничего иного. So just ask the bhakti bhagavati akinchana. Those are going to get that kind of akinchana bhakti, this akinchana bhakti. Without Krishna, they think there is no property going to support them in their life. И вот те, кто думает, что кроме Кришны у них ничего нету, и те, кто развили такое чувство, что Кришна – это их единственное сокровище. То вот в этой шлоке говорится, что все полубоги будут с ним, но смотрите, я уже говорил вам достаточно давно, что те, кто совершают Кришна Бхаджан, все полубоги, они будут мешать ему. И какие-то ситуации могут возникать в нашей жизни, что мы потеряем терпение и совершим ошибку. И эти полубоги, они будут всеми силами стараться вывести нас из себя, что мы вынуждены будем совершить какие-то ошибки. Но когда они увидят, что у нас есть непоколебимая вера в лотосные стопы гуру вайшнавов, и вот у кого есть это акинчана бхакти, то можно увидеть, что все полубоги, они поддерживают такого человека, наоборот, вместо того, чтобы мешать, они помогают ему. И все полубоги, они могут находиться внутри этого человека и вносить хорошие качества в этого человека. Как имеется в виду свои хорошие качества. Они, все хорошие качества, они появятся у такого человека, который считает Кришну своим единственным сокровищем. И вот раньше полубоги не всячески мешали, и майя, и прочее, то вот в этом случае, когда мы достигаем такого уровня, то полубоги, они наоборот будут помогать нам. Как вот в случае с Аджамилой, он был очень хорошим браманом, поклонялся Шалаграму, имел уважение к родителям и ко всем остальным, уважал гуру, вайшнавов, старших и прочих. И вот он шел собирать фрукты и цветы для поклонения Шалаграму. И вот так он вел свою жизнь, и как возможно стало, что он пал из-за влияния майи, мы не можем поверить себе, своим органам чувств, если мы, у нас есть действительно донья Тринадапи, то будьте осторожны, никогда не верьте себе, в любое время ваш ум, он может обмануть нас и подставить как-то. Don't try to.
И вот Капила говорит своей матери, что ум — это причина рабства, и он же причина освобождения. И этот же ум, он освободит тебя, этот ум, он, который связывал, мешал тебе, он же станет причиной освобождения. Если ты хочешь победить этот ум, я покажу тебе, что мы должны помнить и поклоняться Гуру Вайшнавам. Это единственный путь. Гуру и Вайшнавы не могут спасти нас от асасанги и всего прочего. И никакие проблемы не возникнут в нашей жизни, и вот мы должны пытаться выйти из этой материальной обусловленности, чтобы начать Кришна Бхаджан. Сейчас мы практикуем, буквально тренируемся. Как на какой-то фабрике есть эти как практиканты, которые как бы не работают, а учатся, скажем так. Но это не значит, что всю жизнь мы должны тренироваться, репетировать. Вот. Не значит, что мы всю жизнь должны репетировать, но мы должны начать баджан и стать настоящими вайшнавами. А Джамил, он был хорошей личностью, но его читбола, духовной силы было недостаточно. Он поклонился шалаграмам, да. У него была вера, но недостаточно. Это вера, этой духовной силы у него было мало. И поэтому он потерял свое положение. И Кришна, сам Кришна говорит, Гуру Крипахи Кевалам, если мы, чтобы продвигаться по духовному пути, нужно обрести силу от Гуру и Вайшнавов. И таким образом, в начале всего, те, кто, у кого есть нишкинчана Хари Бхакти, то будьте уверены, все хорошие качества, которые есть в этом материальном мире, как, у Шрилы Кешава Госвами Махараджа, да, то есть имеется в виду, что если мы находим у каких-то материалистов похожие качества, как у Шрилы Пури Госвами Махараджа, например, или Шрилы Кешава Госвами Махараджа, кто-то ну, также сатвичи, например, но это нехорошо. Качество вайшнавов нельзя сравнивать с качествами каких-то материалистов. Они могут быть похожи, но вайшнава в качестве трансцендентные. И вот они трансцендентные, а не материальные, и мы не можем их сравнивать и говориться, и что. Можно обрести все трансцендентные качества, которые находятся в сердцах тех преданных, которые совершают акинчана бхакти. И как можно надеяться, что какие-то хорошие качества могут быть у обусловленных душ? И те, кто не преданные, и вот я говорил об этой шлоке асад-санга тяг и вайшнавачар, что значит асад в шичитане читамрити.
говорится. И вот говорится о сатсангатьякой вайшнавачаре. Но что значит асат? Они говорят, что джашитсанга и джашитсангирсанга, те, кто джашитсанги, и те, кто общаются с теми, кто общается с этими джашитсангами, джашитсанги. То есть общение с наслажденцами и те, кто общаются с наслажденцами. И вот джушитсанга значит. И, то есть общение с наслажденцами и с теми, кто общается с наслажденцами. И его надо оставить, и также общение с непреданными. И Кришна, и Шрила Прабхупад объясняет это более подробно. Джашитсанга, можно иногда подумать, что это общение с женщинами, с трисанга, или с, общение с теми, кто привязан, к общению с теми, кто привязан к женщинам. Stri-shangi, as Stri-shangi-shangi, both dangerous. Prabhupada going to speak, if somebody having this kind of bad quality, и вот Шрила Прабхупад говорит, что если у кого-то есть какие-то плохие качества, то Господь может простить их. Сочетание Бхагаватам. Пример приводится, какой-то саньяси жил с какой-то женщиной в своем доме, и Махапрабху проходил, и Нитянанда проходили они мимо, и этот саньяси пригласил его домой, он хотел накормить его. Это Дари саньяси его звали, ну такой не настоящий саньяси, а лицемерный. И вот они сидели, делали вид, что сейчас что-то съедят, но саньяси спрашивал о Нитянанде, хотите, хочет ли он Ананды. И Махапрабху спросил, что он имеет в виду под этим словом. А он сказал, что вино имеет в виду. И Нитянанда Гауранга решили быстро оттуда уйти и прыгнули в Гангу и переплыли на сторону Баблари. И вот Вриндаванда Стакур описывает. Махапрабху может давать свои милости этим людям, которые иногда совершают какие-то ошибки, но те, кто не преданные Кришне, то ну, смотрите, Кришна Абхакта, это термин, он покрывает достаточно большую область. Стрисанги, например, те, кто привязан к противоположному полу, но Кришна Бхакта более широкий термин. И вот Шрила Прабхупад говорит, может, они не совершают баджан. И, но в эту категорию Кришна Абхакт попадают те, кто совершают оскорбления. Те, кто потеряли свою веру в Гуру Вайшнавов и Бхагавана, просто носят тилаки, чтобы получить какую-то выгоду. На санскрите они называются пашанди, пакханди.
такие бессердечные. И вот Вишванат Чакравати объясняет это слово. Он говорит, те, кто имел веру в лотосные стопы Гуру, Вайшнав и Бхагавана, но потом совершили какое-то оскорбление и потеряли свою веру, и в дальнейшем совершают оскорбление в адрес лотосных стоп Гуру Вайшнавов. И вот такие люди, они могут все равно носить тилаки малы, чтобы какие-то удобства получать. И Вишванат Чакравати, он говорит, что они хуже, чем животные. Те пасанди, они хуже, чем животные. Они нет никакого плохого действия, которое бы они не могли сделать. Они не грехи совершают. Грех — это нечто очень дешевое. Они оскорбления совершают, что гораздо хуже. И вот из-за аппаратных оскорблений сознание, оно опускается все ниже и ниже. Как можно определить признак аппарата? То, что наше сознание, оно опускается, что мы не хотим слушать Харикатху, повторять Харинам, воспевать киртаны, и тогда мы можем обнаружить, что мы совершили какое-то оскорбление. И вот Шрила Прабхупад объясняет так, что те, кто не преданные Кришне, будьте внимательны. Вот стрисанги, те, кто общается с женщинами, в смысле с противоположным полом. И вот те, кто не преданные Кришне, и это широкий термин, он покрывает тех, кто не совершает Кришна Бхаджан, и те, кто уже не совершает. Или совершает баджан кому-то другому, не Кришне. Иногда у преданных есть какое-то желание поклоняться какому-то полубогу. Но вот смотрите, в случае с гопи, их поклонение Катайни, это не было поклонению полубогам. Я когда Нанда Махарадж хотел поклоняться и Индре, то это тоже нечто другое. И вот когда они поклоняются Индре, эти враджаваси, но все же у них идея такова, что цель, чтобы Кришна был доволен, это их цель. И если они, инды даже поклоняются враджаваси, имеется в виду, то за этой целью у них есть другая цель, чтобы Кришна был доволен, поскольку они очень любят Кришну, и те, кто любят Кришну, любые действия, которые они совершают, оно не становится причиной их обусловленности. Шачимата на Шашти позже совершала. Кто такая эта Шаштима? Но все равно это Шачимата делает это из любви к Горахари. И если у нас есть такая же любовь к Горахари и Кришна,
И если мы поклоняемся кому-то ради Кришны, то тогда это не принесет нам никаких проблем. И вот если у кого-то есть огромная любовь ко мне, то все, что бы они ни делали, все же они не попадают под влияние майя. И вот мы можем из этого понять то, что Suppose you are going to meet some, no, it's not actually devotee. Follow. This way you can grow your consciousness. Now actually, those who are Krishna Bhakta, И вот те, кто не преданные Кришне, мы не можем общаться с, в смысле, не, общение с непреданными Кришны к ничему хорошему не приводит. И вот все эти маленькие гопи, у них много разных трансцендентных достоинств, качеств, поскольку они любят Кришну своей уникальной любовью, их чувства, его нельзя сравнить ни с кем. И поэтому в этой шлоке, с которой я начал, те, кто не преданные Кришне, как возможно для них иметь какие-то трансцендентные качества? Может, внешне можно найти, что человек разумен или какую-то особую силу имеет, пратибха, как-то так, какие-то уникальные качества. То есть они качества могут иметь, но опять же это не значит, что они преданные. И вот как можно ожидать, что Махатгун какие-то особые трансцендентные качества они могут украшать сердца непреданных? Как мы можем ожидать, что трансцендентные качества не могут украшать сердца непреданных? Может, конечно, какие-то особые качества у них есть, какие-то эти способности они развили. И вот если нету преданности Кришне, то мы не можем надеяться, что все трансцендентные качества они могут быть у непреданных. Уман сравнивается с колесницей. И вот ум может он переместиться в уме, ментально, в любую точку мира. И вот асад значит те, у кого нету сад, васту сад значит
вечные качества. И ну, те, у кого нет чего-то вечного, они асатам называются, те, кто привлекаются к невечным временным вещам. И вот асат значит, эти два термина, асат и асат, они должны очень аккуратно применяться, те, кто развивают свои качества, материальные качества, кто развивает влечение к каким-то материальным, невечным вещам, они асатом называются, поскольку они думают, они концентрируются на чем-то материальном, нестабильном. И вот они. Думают о невечном, они, соответственно, асад, а асад те, кто сконцентрирован на вечном, на нитья-васту, на вечных вещах. И Шрила Бхактивинода Тхакура, он тоже говорил об этом в некоторых киртанах и в Гите. И вот сегодня был большой праздник, и кто-то спросил, уходите по дороге, Махараджа спросили, почему это уходит с этого с праздника. Махарадж сказал, его праздник уже кончился, с 7 до 9 был. Вот некоторые люди под праздником подразумевают какую-то еду, какой-то пир. Махараджа Бандара пир значит праздник Харикатхи. Но не все понимают это. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что мы должны всегда использовать наше сердце. Может, сегодня. И вот смотрите, я не говорю нечто уникальное, например, сегодня мы идем на какой-то праздник, может, Харикатха там или еще что-то. То есть, но если мы искренне и умны, мы должны считать. И когда мы вернемся с этого праздника, мы должны сесть и посчитать, какое благо мы обрели от его посещения, какое благо мы получили. Вот Махарадж завтра будет более подробно говорить об этом, что мы пришли на какой-то праздник, послушали, приняли просад и еще что-то, но подумайте, какое благо мы получили от этого. И вот суть сегодняшней темы в том, что эти Нанда Гопи, Гопа Кумари, у них были трансцендентные качества, у них не просто какие-то качества, а бесчисленное число этих трансцендентных качеств, поскольку у них была огромная непоколебимая любовь к Шри Кришне. И все трансцендентные качества, они, естественно, явились в них. И стыдливость была в них, и стыдливость, она опять, и когда ушла из их сердца на время, потом опять вошла в их сердца. И Кришна, Он дает нам ясное представление о этих маленьких гопи, поскольку у нас есть возможность неправильно понять их на каждом шагу. Да, они любят Кришну. Но в Бхагаватам говорится, что Кришна, Он играет с собой.
I can give some evidence tomorrow also. That in full Rasa Lila. Во всей Раса Лиле Кришна, он танцует со всеми гопи, но Кришна, он не теряет свои брамачари. Это, как говорится, Бхагавата, можно подумать, как это возможно. Кришна, он уникален. В Двараке у него 16 тысяч 108 жен. 100 Экшват Махарши. Шукадев Госвами, он говорит об этом, но они, никто из них не мог задеть сердце Кришны. Их красотой и всем остальным они не могли задеть сердце Кришны. Мы должны помнить, Он Верховный Господь, Он повелитель всего мира, Он совершает Раса-лилу во всем мире со всеми душами. Может, не прямо, а косвенно с кем-то. И вот Кришна, Он совершает свою Раса-лилу во всем мире со всеми душами. I can give some evidence tomorrow also. Now I have some responsibility to drop one final conclusion of this eight chapter. И вот сегодня я хочу сделать заключение всей Вастахаран Лилы, и вот эти Нанда Гопи Кумарики, у них есть такие, они полны трансцендентных достоинств. Почему у них есть такая огромная любовь к Шри Кришне? Я из 10-й песни Бхагаватам приводил эту шлоку. Хотя можно видеть, что какая-то кама у них есть, но это не кама. Это зовется премой. Атмендрио прити панча дхаре камна. Атмендрио прити панча дхаре камна. Кришнандрио прити панча дхаре премна. В читании Читамрити говорится, если у нас есть какое-то стремление получить что-то для себя благодаря совершению Кришна Баджана, то никакой Кришна Премы мы не получим. Хотя внешне может быть все похоже. Но это не так. В этом огромная разница совершать баджан для Кришны и надеяться что-то получить для себя. В этом разница огромна. Нельзя сказать, что разница подобна между раем и адом. Нет, эта разница, она бесконечна. Просто бесконечная разница, нельзя ее измерить между премой и камой. Кама – вожделение, но нечисто, а према – она наичистейшая, уникальная. Према – она настолько сияющая, настолько ярка, что према Радхарани, она… Вот Урджа враг, это слово Урджа значит нечто сияющее. Кришнадас Кавираж Госвами приводит пример, что если какую-то смесь золота с чем-то очищать, и это золото, оно в итоге примет чистую форму. И таким образом. Мы должны думать так. Actually,
И вот Махарадж приводит пример, если ртуть не нечистую, а с какой-то, наоборот, ртуть она опасно считается. Но если эту ртуть на 5 лет поместить в землю с какими-то, в аюрведе есть такое лекарство, ртуть с чем-то. И вот если ртуть смешать с каким-то веществом и на 5 лет или на и вот если на 5 лет поместить в землю, то эта ртуть она становится лекарством. Вроде она была ядовита, но потом туда что-то добавили и это стало лекарством. And kept inside mud underground and undergo some reaction in a long time, 5 years. Now it become a unique medicine, which is very, very, very valuable medicine. И вот это Макараддаджа называется, как-то так, и вот это очень целебное лекарство, даже те, кто очень-очень больны, оно может исцелить их. Макараддадж или как-то так называется. Такое жизнеспасающее лекарство. И вот, смотрите, внешне можно найти, что у гопи есть вожделение, но это не вожделение. Есть огромная разница между камой и премой. Хотя внешне можно обнаружить, что оно чем-то похоже на каму внешне. Но и также, если у нас есть какие-то корыстные желания, то это не према. А према, она возможна только для преданных. И особенно для тех, кто достигли Махабхавы, для тех в Раджа-гопи. Это уникально. И вот эти гопи, внешне можно найти, у них есть какое-то вожделение, они хотят получить общение с Кришной, но это неплохо, это хорошо для них. И таким образом Кришна объясняет. Если мы совершаем настоящий Кришна Бхаджан, то ничего плохого не будет, никаких плохих результатов. И вот Кришна, сказав все это, и все эти гопи, они не шли домой, они надеялись что-то получить от Кришны. И вот с великой надеждой они стояли и ждали, когда мы сможем предложить гирлянду Кришне. И Кришна сказал, вот вы одежду получили, можете идти, но они не могли ничего сказать, поскольку им они были украшены этой стыдливостью и ничего не могли сказать. И Кришна посмотрел на них, они посмотрели на Кришну, и все же они не могли ничего сказать и просто молчали. И вот Кришна, он сказал им, что это одобрено мною, и вы станете успешными, все ваши желания сердца, они будут исполнены, я обещаю вам, я
принимаю вас. Здесь вот этими словами говорится, что я одобряю желание ваших сердец. И будьте уверены, что в моем сердце оно... Я имею в виду, Кришна говорит, я одобряю ваше сердце, желание ваших сердец. И в чем секрет с этого свадьба? Не свадьба, не замужество, как-то этого вивахи. И суть в том, что эта девушка принимает мужчину, мужчина принимает девушку всем сердцем. И в этом это смысл свадьбы, всего супружества. То есть если люди они не предались друг другу, нельзя сказать, что это настоящее, настоящее супружество. Это вся церемония вивахи, она основывается на том, что мы полностью принимаем свою жену, жена принимает мужа. И тогда такое супружество, оно одобрено. И вот это супружество значит дружба между двумя людьми, имеющими разный пол. В материальном мире материальная любовь, она нельзя сказать, что она совершенна. Может, это ну, как бы хорошо, но нельзя сказать, что она совершенна. Но когда мы любим Кришну по-настоящему, тогда нет никаких проблем, нет никаких сомнений в том, что свадьба этих гопи с Кришной, она закончена. А в чем доказательство? Вот есть мантра такая, она олицетворяет, и после, во время свадьбы такую мантру произносят. И без нее эта свадьба, она считается неполной. То, что внутри твоего сердца, то же самое в моем сердце, и мы сейчас... Но имеется в виду, что муж и жена, у них должен быть один ум и разные тела. И если такая гармония между мужчиной и женщиной сейчас... Ну, в случае с этими Нанда Гопи Кумари такое было возможно, их сердце было настолько чисто, и Кришна, он понял это и принял их как своих жен. И Кришна сказал, я одобряю ваше сердце, а что знает? Это значит, что их свадьба, она свершилась, хотя внешне это не было видно. И вот Кришна принял как он принял их как своих жен. Если у нас будет возможность выйти замуж за Кришну, это будет настоящее решение всех наших проблем. Мы обретем такого вечного супруга, вечного мужа. И вот с таким настроением Кришна, вот когда сказал им такие слова, и он продолжил. Маима рамсатха капа
И вот говорится здесь, что о Враджа Кумари, вы возвращаетесь к себе домой, и скоро я сделаю так, что вы станете моими женами, вы встретитесь со мной. Сидья значит Кришна своими словами говорит, что вы сидья, вы достигли совершенства. Слово сидха, оно имеет два значения. То есть в одном смысле это достижение цели, во втором вот эти гопи, они всю жизнь они любят Кришну и с самого рождения у них есть такая естественная любовь к Шри Кришне. И ваше желание исполнилось, я одобряю его, и вот так они достигли совершенства в своей цели. И вскоре я дам вам возможность стать моими женами. С какой решимостью вы начали ваш обет, я знаю. И вот Шукадев Госвами, он объясняет. So you see, this way, all those Dandu, Gubhu, Bhuyo, Khimarika, they are giving certificate from the lotus mouth of Krishna. Now they are very happy, they get certificate, they are going back to home. Okay. И вот эти гопи, они получили такое... Вот они получили такое обещание Кришны, что он станет их женами, и они начали расходиться по своим соответствующим домам. И вот благодаря влиянию Йогамайи никто из их родителей и всех остальных, они не поняли, что их эти дочери уходили из дома. Это из-за влияния Йогамайи это так случилось. И даже в этом материальном мире так иногда случается. Есть тысячи примеров, когда Кришна хочет приблизить
кого-то к себе, вот какой-то преданный, например, совершает харибаджан, очень хороший харибаджан совершает, и вот он однажды повторил харинам таким образом, что забыл, что ему нужно было идти и служить где-то. А, в смысле, на работу забыл пойти, он работал этим машинистом. Ну, естественно, без машиниста поезд не поедет. Вот он так повторял харинам и забыл, что ему на работу надо идти. И вот уже очнулся, уже 9, надо было всем уже на работе быть. И... А еще он водил какой-то особый поезд и думал, что его накажут за отсутствие на работе. И вот он пошел, к обеду пришел на станцию извиняться, что его не было. А этот начальник его сказал, что был тут, ключи взял и все сделал, собственно. А кто это сделал? А это не Анирудха Прабху, его звали. В Джайпуре живет. Это его история, он ученик Шрила Мадхава Госвами Махараджа. Из Джайпура. У него, то ли с ним произошло, то ли он от кого-то слышал. И вот Кришна много раз, не однажды, много раз, это так случалось, даже в писаниях у нас есть свидетельство, что Кришна он помогает кому-то в его этих делах, если он из-за совершения баджана свои дела не успевает делать. И вот в Пури, в Пурушоттам даме один преданный. Сам Джаганнатх, он принес ему свою Бонду Маханту, его звали. Мой Гуру Махарадж, он описывал его славу. И вот он однажды был очень голоден, он, и как-то не было еды у них, и сам Джаганнатх, он свою золотую тарелку с просадом, он принес ему и сказал, что тарелку потом заберет. И потом в храме Джаганнатха обнаружили пропажу этой золотой тарелки. И все начали волноваться, что случилось, кто украл. И эту золотую тарелку у этого Бонду Маханты нашли. И Джаганнатх явился во сне этому царю, сказал, что я ему отдал эту тарелку с просадом, а зачем вы его наказываете? И потом его освободили, извинились. И также такой случай случился с Гангаматой Такурани. И вот Гангамата Такурани хотела пойти принять омовение на Гангу, но не получилось у нее. И сама Ганга к ней пришла, и там образовалась эта Швета Ганга. То есть она пошла в храм Джаганнатха, и там ее обвинили в попытке кражи украшений Джаганнатха. И потом Джаганнатх пришел во сне этим
она как-то по воле Джаганатха оказалась внутри храма Джаганатха, а потом ее нашли там, обвинили в попытке кражи украшений, и потом Джаганат явился во сне главному пуджаре или еще кому-то там и сказал, что он ее поместил туда, и нужно отпустить ее. И Гангамата Такурани, она стала, могла действовать как великая ачарья, или вот Джахнамата Такурани, или Хемамата какая-то, она тоже может быть великой ачарьей. Но далеко не все могут это делать, всего лишь единицы. Это для таких великих преданных возможно, а не для всех. И таким образом Гангамата Такурани была спасена. И вот они совершали свой обет с великой целью, они достигли этой цели. И эти гопи были довольны, и вот они пошли домой. Отец и мать ничего им не сказали. Они не могли думать, что их эти дети, они куда-то ушли, даже в материальном мире. Те, кто поклоняется Кали, Шакти Пуджу совершают. Деви Пуджу. Один преданный был, Рампрасад его звали, он преданный Кали был. Не Кришны, он писал стихи в ее честь и песни. Однажды жены не было, но она умерла. Жена. How can I make my room? Room is, you know, not permanent room, with mud room, you know, mud room. There are straw and everything like that, right? It's strong, you know, strong sunlight. Jai Shah. И вот у него дочь осталась какая-то, было лето, ему надо было хижину себе построить. Или починить что-то такое. Он попросил свою дочь остаться, чтобы помочь ему, а эта дочь ушла куда-то играть. Но весь день, когда он делал эту крышу себе из соломы. Кто-то помогал, какая-то девочка под видом его дочери появилась и помогала. И вот весь день кончился, это ее дочь пришла со своих этих игр. И Рампрасад обнаружил, что сама Кали, она явилась и помогала им в обустройстве крыши. И потом он это осознал. Когда его дочь пришла, он осознал все это, Кали ему помогала, и поэтому по милости Йога Майя родителям и родственникам этих гопи, они не заметили, что их дочери так долго отсутствуют. И вот это по воле Йогамайи случилось, что никто не понял, что их не было дома до такого позднего утра. И вот Кришна, он сказал, что я с вами встречусь ночью. И Шукадев Госвами, он сказал, Кришад нирвидишу рубраджам. Сесу Куваджа.
И вот Шукадев Госвами говорит: Шукадев Госвами говорит таким образом: будучи заверенными Кришной, Кришна пообещал им, они исполнили желание своего сердца. What you kama, desire, already fulfilled. Itva adishtha, this way, when Krishna give them order, вот, когда Кришна, Он сказал, что, чтобы они шли назад домой, и вот они отправились в свои дома, но одно важное замечание, что они были вдохновлены, они были очень рады, они чувствовали, что как будто какое-то такое прямое чувство. Они думали о лотосных стопах Шри Кришны. Вот Махарадж пример приводит. Sleeping in a room. One is on bedstead, one is down. Follow. Вот однажды два ученика Шрилы Бхактивалабхи Тирти Госвами Махараджа ночевали в одной комнате. Один был очень толстый, другой очень худой. Один на кровати лежал, другой на полу. И вот они, им один сон приснился. Follow. The upper one is seeing the ghost coming. Ghost coming to camp. А, какое-то привидение приснилось. А который снизу, снизу спал, он поваром там подрабатывал в Матхе. И вот он, и вот он спал с мыслями отправиться назад домой и. You fall one go up down. They catch the I catch the thief. He catch the ghost coming and catch me. И вот, в общем, не этому худому почудилось, что его деньги хотят украсть, и он поймал грабителя, а толстому почудилось, что привидение он поймал. И вот так они схватили друг друга и начали кричать, что вот один вора поймал, другое привидение поймал. Вот во сне это так все может случиться. А вот те гопи, они находились в такой медитации, они Радхаранина, будучи на Курукшетре, она сказала, что ты хочешь научить нас йоге. С помощью Удавы у тебя нет здравого смысла. Ты с помощью Удавы хочешь научить нас какой-то йоге. Мы не можем забыть тебя, когда мы дома, мы делаем всю домашнюю работу, но мы не можем забыть тебя. Каждую часть секунды
ты беспокоишь нас, мы хотим обрести тебя. Сейчас ты послал Удаву, чтобы научить нас йоге и гьяне. И вот Радхарани говорит для Враджа Гопи, для этих Нанда Враджа Гопи Кумари, для них естественно, что они помнят лотосные стопы Кришны внутри своего сердца всегда. Нельзя сказать, что как во сне, это как в медитации. Когда йоги, гьяни, они в процессе своей медитации обретают даршан, лотосный стоп Шри Кришны, это не сон, это какое-то такое-то прямое чувство. И вот они так заключают лотосные стопы Шри Кришны в своем сердце и как-то идут домой. Они хотят находиться с Шри Кришной, но Кришна тоже уходит в свой дом. Now they have the chance to get the association of Krishna. Somehow they are bound to. Вот они получили такое общение с Шри Кришной, но вынуждены идти домой. После этого они не хотят потерять Кришну даже на какую-то часть секунды. Мы не можем представить такую любовь. И вот говорится, их сердце, оно полно боли, они не хотят уходить от Кришны. Они хотят видеть, наслаждаться красотой Шри Кришны. Даже да, для них тяжело потерпеть даже моргание глаз, когда они смотрят на Кришну. Они воспринимают это как препятствие, как они могут видеть Кришну постоянно, почему глаза моргают. Шри Чайтанья Чаритамрите говорится также, что гопи говорят, что почему Брахма не дал им десятков миллионов глаз, а всего лишь два глаза, и то они моргают, как же смотреть на Кришну. Гуру Махарадж такую шлоку объяснял. Кришна Дас Кавираж Госвами от имени Гопи, он говорит, Гопи, у Гопи сожаление в их сердцах, что Брахма бесполезен, он старый, не думает о том, зачем он дал нам два глаза, двух глаз мало, чтобы смотреть на Кришну, хотя бы 10 миллионов нужно было, и даже если два глаза дал, но они оба моргают, как же мы можем смотреть на Кришну непрерывно, какой глупый Брахма. How we can see the beauty of Krishna? You cannot imagine this point. Если когда-то мы достигнем этого уровня, тогда мы осознаем, что какое чувство тех в Раджа-гопе. So, dhāyantahasatpadāṁ vajam kṛcchāt with big pain. И вот такой, и вот с таким чувством они пошли в свои дома. Они не могли потерпеть эту разлуку с Кришной. Каждую часть секунды они чувствовали боль разлуки. Full of love,
И вот Шукадев Госвами, он описывал эти лилы Кришны, и Шукадев Госвами, он вот вернулся после описания этого, он перешел к описанию жен браманов, которые совершали яги. И вот сейчас Кришна и Баларам, они постепенно, Кришна вернулся, чтобы встретиться с имеется в виду Кришна, он с несколькими пастушками, он отошел от всего стада коров и и вот все, те, кто были с Кришной, его друзья-пастушки, они были очень малые, около 3 лет им было, которых еще нет никакого представления о мужчинах и женщинах. И вот когда Кришна вернулся к своим остальным друзьям, они по воле Йогамайи даже не заметили, что его не было. That's why this Lila Vilas is possible, otherwise not possible. So try to always remember the sloka by мы должны помнить эту шлоку, сказанную Прохлад Махараджем, и размышлять о ней снова и снова. Мы должны думать о том, в каком болезненном состоянии находится этот материальный мир. So any question you have? Have all this conclusion? I want you to speak more. But this speak, let me forget.